Главная задача власти – сделать жизнь людей лучше. Для того, чтобы понимать, в каком направлении необходимо работать, какие проблемы и вопросы беспокоят славянцев, Роман Синеговский регулярно проводит приемы граждан, на которых каждый желающий может обратиться к главе района и его заместителям. На приемы люди приходят с абсолютно разными проблемами, начиная от личных и заканчивая вопросами благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в первом материале выпуска. Расширенные приемы граждан проходят каждую последнюю субботу месяца. На очередном приеме главе и его заместителям обратилось около 30 славянцев. Большая часть вопросов касалась капремонта многоквартирных домов, проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, просьб об асфальтировании улиц и тротуаров, освещении улиц. Одна из тех, кто обратилась к главе района с вопросом, Нина Евтушенко. Придомовая и дворовая территория по улице Комсомольской, 227, там, где живет Нина Даниловна, подтапливается. Соседние заборы стали валиться ко мне. Я чувствую, что меня топят, еще я буду и заборы чужие ставить. Как-то надо укрепить. У меня будет объезд по обращениям. Мы к вам приедем, я хочу посмотреть. Этот вопрос был поставлен на контроль. Обращения, поступившие в ходе приема, будут детально изучены. Роман Синеговский дал поручение руководителям отраслевых структур и специалистам муниципальных служб внимательно проработать все вопросы и помочь людям их решить. Следующий расширенный прием граждан состоится в конце мая. Предварительная запись вопросов проводится в общественной приемной районной администрации или по телефону горячей линии 4 11 12. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».